стиле до Рафаэля. Вот это вот очень интересная картина, это значит «Благословенная девственница». То есть девушка очень рано умерла, но с неба вот она смотрит на своего возлюбленного, который остался там на земле. Вот. А очень знаковая картинка вот эта. Дело в том, что понимаете, что делал Ливер? У него была великолепная маркетинговая идея. Он покупал картины современных английских молодых художников, и не только молодых, и покупал права на размещение их на обложках мыла. То есть, как это было? Вот в те времена, в 19 веке, мыло же продавалось, и хозяйственное, и это, оно продавалось кусками, нарезалось в лавке, да, и заворачивалось в эту грубую отверстую бумагу, и вот так вот. А ему пришла идея упаковывать мыло вот в эти красивые обложки. И на этой, на обложках мыла размещалась картины. Он покупал художников картины и в том числе обложки.